как сильно я начинаю любить эту игру, и так же сильно я начинаю ее ненавидеть. Да, ребята, всем привет, это у нас с вами игра Anno 1800, 22 серия, режим кампании. Предыдущая серия закончилась у нас на том, что мы словили очередной баг, связанный с заданием процветания Просперити. В чем он заключался, я вам сейчас покажу. Так, не тут, а вот тут. Узнаете остров? Да, он теперь абсолютно пустой. Пришлось откатиться почти что на 2 часа назад, для того, чтобы можно было продолжить выполнение кампании. На этом острове у нас с вами была добыча хлопка, производство ткани, и все это у нас отправлялось на основные острова. Теперь здесь этого больше ничего нет. Игра, видите ли, была против того, чтобы игрок здесь что-то развивал, да? Блин, ну редкостный маразм. Ну, это вообще недопустимые вещи, когда выпускают игру, тем более за такие деньги и такого класса. Ладно, в общем, здесь у нас с вами больше ничего нету. Полностью остров по доставке производства хлопка у нас находится вот в этом месте. Также пришлось переделать и заново воссоздать наш основной остров. Ну, там особо разницы вы не заметите, на самом деле. Почти что максимально все смог создать. И железную дорогу также проложил, и все остальное. Поэтому продолжаем прохождение и выполнение процветания Просперити. Спасибо, что предотвратили войну. Я помогу вам. Я знаю, что все получится. Не хочу прерывать чудесное преображение вашего острова, но королева желает закончить дело. Да, смешно, смешно. Арчи сказал вам о моем визите? Надеюсь, моему флагману будет где пришвартоваться. Не люблю долгих прогулок. Так, относитесь ко мне как к любому другому гостю. А, щелкните, так, флагман Ее Величества, где он находится? А, она сюда пришвартовалась. А зачем дамочка пришвартовалась к нефтебазе-то? У нас нормальный здесь хороший причал есть. Ну, ё-моё, дама. И? Я хочу быть воином, а не символом. Да? Ну так в чем проблема? Вон, к бабке дуй, там воюй. Прямо где стихами заговорил, да? И ваше что? Величество, во. Изабелла Сармен, к вашим услугам. Надеюсь, я смогу доказать, что за всем этим стоят пирофрианцы, а не мы. Всестороннее освящение! Королевский суд построен. Как только королева прибудет в новый суд, построенный наследниками Гуда, начнется процесс по делу Эдварда. Всех участников, в том числе Изабеллу Серменто, свидетельницу незаконной продажи Просперити, которая с готовностью дала показания, ждет пышная церемония. Я покажу, что способна на милосердие. У этого человека должно быть право на справедливый суд. А, заберите повестку в суд. Так, а как мне забрать? А, проведите корабль с минимум одной свободной ячейки. Окей. У нас здесь как раз таки стоит линкор. Я начал потихонечку уже готовить небольшую эскадру наших линкоров, для того, чтобы можно было отправить их на завоевание карты, завоевание бабуси. И самое главное, потом я обязательно их переименую под ваши названия, которые вы оставляли в комментариях. Собирайся, дядя. Время суда. Нет, дитя, поздно. Правосудие свершилось. Смотри, демоны дышат огнем. Эдвард Гуд, готов ли ты встретиться со своим братом? Да. Разумеется. Пламя очистит твою плоть от грехов. Послушники, за дело! Да, учитель! С радостью! Ну, это жесть сейчас будет. Это будет сейчас жесть. Был бы отец с нами, он бы все исправил. Прошу, не бойся. Мое время пришло. Все кончено. Нет! Самуэль простит тебя на том свете, Эдвард. Позорище!
скоро ты отправишься к Самуэлю. Вся семья Гудов воссоединится на небесах. Мы задушили твоего отца, содрали кожу с твоего дяди. Тебя тоже ждет нечто интересное. Мы не боимся тех, кто скрывается под масками. Наступает новый мировой порядок. Империя трещит по швам, а семья Гудов бессильна что-либо сделать. Сперва избавимся от их отпрыска, а затем и от королевы. Что несет эта разукрашенная кукла, Арчи? Мы ведь здесь в безопасности, не так ли? Вам не о чем волноваться, Ваше Величество. Их флот огромен. Кораблей не счесть. Что-то мне подсказывает, сейчас будет заварушка. Вы чертовски правы, друг мой. Молю вас, нужно защитить Ее Величество любой ценой. Да, подкопил, называется, кораблей. Так, много их там вообще у нас находится? Нифига тут у них кораблей-то указано. Захватили золотые пески. Они устроят там хаос. Крутой корабль, очень классно выглядит. Такой Red Dragon. Ладно, ну что, будем, значит, дефать королеву. Предлагаю это сделать все-таки немножечко более правильнее, что ли. Мы сделаем вот как. Мы их заманим в ловушку. В общем, еще попробуем. Я один корабль отправлю на то, чтобы он их просто совратил, да? Затроллил, а все остальные будут стоять. Да, все будет хорошо с королевой. Еще революция. Но вы серьезно, люди, блин. Тут у нас замес идет, а вы мне вместо поддержки кулаки показываете. Совсем охренели. Они стоят на месте? А, они выдвигаются, ты смотри. Уже близко. Давай, быстрее, ускоряемся вот сюда. Встаем в оборону около наших орудий портовых. Сейчас будет жарко, сейчас будет... Ой, как жарко. Они работают на коротких дистанциях, поэтому... Давай, пушки наяриваем. А где остальные? Остальные более тяжелые подвигаются, да, потихоньку? Слушай, а смотри, урона-то нашим кораблям не так-то и много. Я бы сказал, вообще нет. Линкор очень хорошо урон держит. Мы отомстим за этого, за отца. Королева даже выдвигает, смотри. Ну чё, все, сдулись? Рвемся в бой. Конец империи, да. Предатель Эдвард мертв, золотые пески в огне. Неизвестные в капюшонах напали на невинных и попытались убить ее величество, чтобы установить в мире новый порядок. Порядок, подобный самому страшному хаосу. Куда поплыл? Стой, брат. Забери сначала. Я готов. Вот мой клинок. Я хочу знать, забери. Посмотри, сколько лута с них вываливается. Охренеть. Забираем. Они там пока стоят на месте и даже не чешутся выходить ближе. Так, ты нам нет, давай-ка ты сюда иди. А теперь погнали всей толпой. Как они его зажигают, ты смотри. Пушки уже не достают. Мы еще мортиры не успели поставить. Ну, погнали. Бочком вставайте, мужики. Охрененное палево. Ну. Давайте концентрируем огонь. Добили одного, второго. Здоровяка сможем вальнуть? Достает нормально. Сейчас сляжет. Осталось чуть-чуть еще. Да блин, рынок. Да серьезно. Ну, мужики, соберитесь, добейте один корабль. Во.
Молодцы. Повержены. Все, собираем лут. Слушай, я думал, будет сложнее. Реально будет сложнее, но нет. Тебе удалось совершить чудо. Слади мортиры, ты посмотри. Давай собираем лут. Здесь еще. Мы готовы к встрече с ее величеством. Надеюсь, мы не опозоримся. Тоже надеюсь. О, пушки. Блин, не успел все собрать. Остров другого игрока захвачен. Посмотрите на них. Сколько в них энтузиазма. Думаете, они чествуют меня? В некотором роде, ваше величество, в некотором роде. А вы уверены, что этот Самуэль Гуд был невиновен? Абсолютно, ваше величество. Но ничего, ваше присутствие здесь – верх благородства. Жест, способный исцелить это многострадальное место. Исцелим, а затем покинем. Видишь, ее величество оказывает последние почести. Ты посмотри на нее. Она нас уже забыла. Дети Самуэля, примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной вашего отца, а также со всеми горестями, принесенными вам дядей. Теперь они рядом, в семейном склепе. Они обрели покой. За вашу верность и храбрость вам полагается рыцарство. Золотые пески также станут вашими отныне и вовек. Хороший бонус. О, простите, всегда смеюсь на похоронах. Боже. Ваше величество, боюсь, нам пора. Она... Королева. Это королева. Мы вернули золотые пески и доброе имя отца. Дело сделано. Вы с Архантом снова уедете? После всего, что мы пережили? Меня не обманешь, Архант. Я знаю, что однажды вы меня покинете. Но если Бог слышит мои молитвы, этот день наступит много позже, не сегодня. Опа, конец кампании. Ну да, это уже было примерно и так понятно. Тотальный такой некий у нас с вами был финал. Королева возвращает золотые пески Гуда. У нас теперь получается с вами новая территория. Ну давай посмотрим ее. Ваших понятно. Усилий, королева спасена. Все здесь уничтожено. Надо все будет заново создавать. А где наши все... Да, где все наши корабли? Собираем все, что у нас осталось. Орудия нам очень сильно пригодятся. Не подпускайте перфорианцев. О, отлично. Очень много добра, на самом деле, после замеса у нас с вами осталось. Ночные создания вернулись в свои ноты. Надолго. Смотри, все хотят сейчас высказаться, да? Внимание, а так хотелось вздернуть Эдварда на виселице. Ну что уж теперь. Ну да, не повезло тебе. На мачту! Одной угрозой меньше. Мои люди смогут и дальше здесь. А, огромное количество торпед мы набрали с вами. Прямо очень много. Чистотность была необходима. Мир очистился от великого зла. Вперед! У нас здесь торпеды, мортиры и пушки. Все нам это пригодится. Как раз таки, бабуся, мы еще по твою душу собираемся пойти в одной из следующих серий. Ну что, ребята, кампанию мы с вами полностью прошли. Кампанию мы с вами полностью прошли. Теперь осталось это все дело у нас перейти. Точнее, у нас игра уже перешла
решение принимаешь ты. Перешла в режим песочницы. Мы с вами продолжим строить наш город. Продолжим с вами уже... Все боятся потерять, что имеют. Уничтожение наших конкурентов. Ну и попробуем еще, конечно, нашу мечту, задание выполнить. Восстановить золотые пески. Однозначно, да. Но мне сама компания понравилась. Достаточно простая была, не сверхзамудренная. Если бы еще некое количество более плавных переходов, я имею в виду про баги, да, чтобы их не было, тогда бы вообще было все шикарно. Ну, если вам понравилась именно сама компания, не забывайте втыкать ролику лайкос, а мы с вами уже увидимся на песочных прохождениях. Спасибо за просмотр, ребята. Всех люблю, до новых встреч, всем пока.